командить, помог избежать поражения. На, разбегается, тормозит еще раз. И, в общем, кончает этот удар защиты. 1-0 в пользу Славии. На, выводит свою команду вперед. Сворачивается Ислам, Нарк, можно попробовать пробить, есть свободные зоны, 0-2, Франсис Нарк оформляет дубль в сегодняшней игре. Ну, это действительно вечер Франсиса Нарка, снова шикарное завершение эпизода, забил. Нарк, я вместе с болельщиками сыграть вместо них. Хорошая подача! Инар бьет поворотом головой и забивает прекраснейший гол во втором матче к ряду. Он отличается, если до этого, в прошлом матче, он забивал ногами и забивал очень красиво по девяткам, то вот сегодня в падении головой. Инар поворотом, 0-2, Франсис Нарк. Вот это мяч. Пас вперед, Нарк, Нарк можно и пробить, удар! И все-таки забивает Фрэнсис Нарк. Здесь с моей позиции не очень четко было видно, попал мяч в сетку с внешней стороны или все-таки в воротах, и он в воротах оказался. 0-1 Фрэнсис Нарк выводит мозырскую Славию вперед. 0-1, счет открыт. Фрэнсис Нарк. Круто. И так шикарнейший мяч забивает Фрэнсис Нарк. 0-1. Ну, это индивидуальное мастерство ваганского плеймейкера. Просто чудо какое-то, а не мяч. Фрэнсис Нарк уже, казалось бы, все зоны перекрыты. Безусловно, чтобы... стараться его развить. Вот сейчас для этого есть момент. Нарк. Сам мяч перехватил, сам бьет и забивает. Вот вам и Фрэнсис Нарк, вот вам и второй мяч в ворота Бреста. Пожалуйста, получите, распишитесь. 21 минута, 0-2. Отличная игра Фрэнсиса Нарка, персонально отобрал мяч, посмотрел, что никто не встречает, и, пожалуйста, удар довольно классный, почти с границы штрафной. Мельников один без поддержки, вот здесь провал, Ясюкевич зачем-то пошел помогать, и получите 0-3. Получите 0-3, Фрэнсис Нарк оформляет дубль на 79-й минуте, в самом ее конце. Забил Нарк, не имеет большого значения для Динамо. Куда побежал Ясюкевич, зачем побежал Ясюкевич помогать Афи, непонятно. Ян Эммануэль сам вроде неплохо справлялся, оставил абсолютно неприкрытую центральную зону. Нарк туда ворвался, от Мельникова пас получил и расстрелял. Вот. На этом плане хорошо все видно из-за ворота.